Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікавий гість. Ну, і взагалі, у нас така вже гарна традиція, що, напевно, в п'ятницю ми говоримо про і з тими людьми, які представляють, скажімо так, ну, і не дуже я люблю слово поневолені народи, але, скажімо так, ті народи, які досі ще входять в склад Російської імперії, яка нікуди не ділася, хоч вона, як би вона там не називалася. Ну, і от минулого п'ятниці ми багато говорили, власне кажучи, і про Чечню, і про Інгушетію, і про Дагестан, що там відбувається, чи є взагалі шанс на те, що там можуть бути якісь, скажімо так, нові національно-визвольні рухи. Ну, а сьогодні, мені здається, настав час поговорити, власне, з представником одного з таких рухів, власне, інгуського, тобто саме тієї країни, де, в принципі, досі триває збройний опір російській агресії. І от у нас сьогодні в гостях дуже цікава людина. Не все про неї можна сказати, але з того, що можна, скажемо, що він представник комітету інгуської незалежності. Дуже цікава людина, тому що він ще 8 років працював в Радіо Свобода. Людина, яка... Ну, в общем, я його представлю, а що про нього можна розказати, він скаже про себе сам. Отже, Магомед Таріїв. Вітаю вас, пане Магомеде. Вітаю. Вам українську норму? Можете на російську переходити, якщо вам зручно, потім не треба не буде, але це... Я дуже погано розмовляю українською мовою, тому... У вас вже дуже добре виходить, насправді. Якщо у когось претензії будуть, хай в мене кидають, тому що, вибачте, да. То що, що про вас ще можна сказати, окрім того, що я сказав? От давайте так, розпочнемо, щоб люди розуміли, хто ви такі. Ну, я працював журналістом на радіо «Свобода», там, около 6 лет я на фрилансе был, потом я работал в ОБСЕ на Донбассе. Вот тот самым, яке ездило и дивилося, кто куди стреляет там. Так, так, звичайно, кто куда не стреляет тоже. Работал в ОБСЕ, после этого я нахожусь как журналист и работаю как журналист, работаю с разными неправительственными организациями, оказываю разного рода консультационные услуги. И являюсь представителем комитета ингушской независимости, который был создан в Стамбуле. И вот сейчас я хочу выразить свою благодарность украинскому народу, украинскому парламенту, что они признали геноцид ингушского народа в 1944 году, массовые этнические чистки 1992 года и признали наше право на независимость. До речі, де важливе питання, не всі ж знають, що вивезли не тільки чеченців, правильно ж, по великому рахунку? Ну, да, і от вторых признали, второе признание Верховна Рада признала ингушей. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые, тот же Михаил Тарута, который помогал нам, Сергей Александрович Довгаль, десятки, и самое главное, это покойный судья Василенко, который помогал нам и помогал всем поневоленным народом, скажем так, добиваться независимости. К сожалению, он ушел, и мы потеряли очень многое в том, что законотворчество, да, именно касаемо народов, которые сегодня порабощены Россией, оно находится, к сожалению, в не лучшем положении. Ну, от, власне, давайте спочатку просто, щоб люди розуміли, давайте спочатку про ситуацію в Інгушетії, щоб люди розуміли, що там відбувається і так далі. Я так, виправте мене, будь ласка, що по великому рахунку свого часу росіяни дуже, як завжди, підло і хитро купили інгушів. Не те, що купили, а, скажімо так, підкупили керівництво інгушів тим, що коли от був дуже оцей от неприємний осетино-інгурський конфлікт, я так розумію, що інгушам, коли почалися чеченські війни, пообіцяли, мовляв, що якщо ви в них не влазите, ну так, якщо дуже просто, то типа ми потім вам повернемо цей район. Але, звісно ж, не повернули і, по суті, обманули. Це буде дуже спрощено, так сказати? Це дуже спрощено, тому що русская колониальная политика, она же имеет историю в 500, я не знаю, сколько лет. И поверьте мне, там гораздо все более иезуитски, там гораздо все более манипулятивно со стороны России. В принципе, Россия не оставила ни один ни русский народ без точек конфликтов. То есть я сегодня встречаюсь с якутами, или с башкирами, или с бурятами, с любым народом, с кем я разговариваю. У них у всех после появления русских появились какие-то конфликты, территориальные конфликты, еще что-то. Россия хитро манипулирует этим, да. Россия умеет создавать точки конфликта. То, что там писал Бжезинский, что теория управляемого хаоса и так далее. Россия, мне кажется, в отличие от Запада, все эти литературы внимательно читает и воплощает ее. Потому что, ну, вы же знаете, как это работает. Даже не берем малые народы, мы берем независимые государства. Грузия нападает всегда на Грузию, Молдова всегда нападает на Молдову, а Украина нападает, как обычно, на Украину.
Конечно. России приходится всех спасать. И вот этим спасением они очень хорошо нас знают. В отличие, вот основное отличие, скажем так, я считаю, украинцев от ингушей, от чеченцев, от дагестанцев, то, что у вас ушло, практически ушло, к сожалению, то поколение, которое знало русских. Нет. Это поколение Черновола, это поколение других людей. У вас остались их буквально единицы на всю страну, которые знают русских. А вот та мразота, которая з ним працювала, которая була як п'ятою колоною, ну, вот вони те, знають русських? Вони знають і пользуються. Просто є ті, хто знають і пользуються, а є ті, хто знають і намагаються захищати Україну, а не намагаються використовуватися цими безцінними знаннями і доїти російський бюджет. Поэтому вот этих людей, их буквально на страну остались считанные единицы. Я, наверное, половину из них и знаю. И эти люди, как бы, ну, их не слышат. К сожалению, их не слышат, их никогда не слышали, и поэтому у нас войны, поэтому та беда, которая есть. Тоді, от якщо можна, от, ну, я ж кажу, я дуже-дуже-дуже спростив ситуацію, просто щоб люди розуміли, от були, ці знають, були чеченські війни, перша, друга і так далі. Що робили інгуші, яка була їх роль там під час першої війни, між чеченськими війнами, під час другої війни і зараз? Що взагалі відбувається, яка позиція інгушів, що вони підтримують, хто тут сильніший, салафіти чи не салафіти, чи сильна, скажімо так, прагнення інгуської незалежності, чи теж там люди свого часу підтримували якийсь там Імарат Кавказ, чи Велиєт Кавказ, тобто, щоб люди розуміли оцю ситуацію з Інгушетією. Об'ясняю, Інгушетія – це самий маленький народ, територіально маленька територія Республіка в Росії. Меньше Північного Кавказу. Да, везде. Вот по всей России меньше субъекта Российской Федерации нету, и при этом же постоянно в Ингушетии пытаются отрезать какие-то территории. Да? При этом ингуши крайне активны. Ингуши были активны и в 17 году, в 1917 году, когда они устанавливали советскую власть на Северном Кавказе и оказали одно из самых упорных сопротивлений, они и чеченцы оказали Деникину. Ингуши во время Первой Чеченской войны, Ингушетия еще не состоялась фактически как республика, она юридически была, она только-только появилась. Да? И вот появляется республика на месте там нескольких районов, отделившихся от Чечни, и получается, что поток беженцев, который хлынул из Чечни, он превысил население Ингушетии. Угу. И там даже какое-то было исследование, что ООН признала ингушей, что это единственный в мире народ, который принял на свою территорию беженцев больше, чем сам, как бы, по численности. Да? А Ингушетия, безусловно, стала, это как бы не мои слова, это слова тех чеченцев, когда я был тогда подростком еще в Первую войну, тех чеченцев, что Ингушетия стала, конечно, их тылом, защитой их семьям, что людям было куда выйти, людям было где лечиться. И да, ингуши поддерживали чеченцев всю Первую войну. Сотни, тысячи ингушей участвовали, воевали, погибали. И, знаете, я по сей день знаю ингушские семьи, которые ищут своих погибших на этой войне. И я случайно встречаю чеченца в Норвегии, которому я рассказываю, что вот так вот, он рассказывает, где он воевал. Я говорю, а там вот не встречал таких? Он говорит, я их похоронил. Но туда попал снаряд, когда мы вернулись, то есть он их присыпал землей, мы вернулись, там уже все было снарядами перепахано. И я вот так смог как бы его сестрам сообщить, что вот есть человек, он ваших братьев. И ингуши, да, принимали, и как бы мы остаемся самым близкородственным народом с чеченцами. Мы понимаем друг друга, говорим на одном языке, как бы придерживаемся одной религии и так далее. И вторую войну в Чечне дошло до того, что руководство Ингушетии пошло просто на прямой конфликт с Путиным. И Путин говорил, что когда Руслан Аушев говорил о том, что в Чечне совершается очередной геноцид, он сказал, что Аушев может жаловаться в Лигу сексуальных меньшинств, ООН, пускай туда обращается с этими жалобами. Да? И ингуши, конечно, занимали антироссийскую позицию. С начала 2000-х годов Россия, когда в 2000 году они там справились наконец с Аушевым, привели к власти генерала ФСБ Зязикова, начались репрессии в Ингушетии. Эскадроны смерти просто начали тупо похищать и убивать людей. То есть там тысячи людей были убиты, пропали без вести. Сопротивление ответило на это. И началась партизанская война, которая продолжалась еще последующие 10 лет, куда входили и захват всей Ингушетии под руководством, как бы официально это было Шамиль Басаев. На самом деле это там начтаба и так далее были ингуши. Они захватили республику, разграбили склады МВД, там, забрали кучу трофеев. И продолжалась довольно долго партизанская война до
практически 2014 года, да, еще продолжалось, еще продолжались боевые действия. Сейчас время от времени случаются стычки, случаются боестолкновения, в которых Россия несет потери, но вы понимаете, люди, вооруженные легким стрелковым оружием, да, или вот тот же последний бой, который был в Карбулаке, есть как бы мнение специалистов, скажем так, из сопротивления, которые говорят, что они-то отстреливались фактически трофейным оружием. Ну да. То есть сутки они не вели бой тем, что у них было, они вели бой тем, что они еще и забирали у убитых штурмовиков российских, да? Но последний штурм у России уже не было техники, то есть они там Уралами, КамАЗами крутились, но уже никаких БМП и БТРов не было, то есть они все здесь у вас, в Украине. Ну, я от дуже важливе питання хотів уточнити, бо ну от ваша думка тут дуже важлива і цікава. Про ту от операцію, по суті, яку провело ФСБ, і треба визнати, на жаль, дуже успішно, яка по великому рахунку, мені здається, дуже серйозно вдарила в принципі по спротиву на Кавказі. Це історія про те, коли з'явилася ісламська держава, ІГІЛ, і коли по суті ФСБ, ну тільки що неофіційно відкрили кордони для всіх. Типу, хочете їхати в Сирію? Їдьте, давайте. Ми вам не будемо забирати. Їдьте всі. І це ж якраз співпало з історією, коли доку Умаров оголосив Емірат Кавказ і так далі. Тобто, чи можна говорити про те, що свого часу ФСБ дуже класно використало ісламську тему, щоб люди, більшість пасіонарних бійців, вони просто виїхали з Кавказу, тому що, ну, грубо кажучи, їм дали таку можливість, і вони поїхали в Сирію. Тут не можна зовсім так, тому що доку Умаров погиб как бы немного раніше. Ну, 13-му. Да, і діло в тому, що ви розумієте, вот в чем как бы надо отдать должное врагу. Вот честно скажу, в нашем менталитете нету вот этого чмобики там, что они там тупые, что они там слабые, что они трусливые и так далее, и так далее. Мы всегда оцениваем, стараемся, по крайней мере, оценивать своего противника объективно, да, и надо отдать должное. ФСБ создало все умовы, при которых сопротивление практически осталось без ничего. То есть БК нет, денег нет, лекарств нет, везде сети агентов разбросаны, везде установлены камеры и так далее, и так далее, и так далее. То есть они никуда не спешат. Понимаете? Они могут заявлять там Киев за 3 дня или Грозный 2 десантными полками за 3 часа, да, но и у них же нету общества, у них нету институций, которые их за это спросят, поэтому им спешить не надо. Они медленно, шаг за шагом выполняют поставленную перед ними задачу. В этом плане они, конечно, и без ИГИЛа, и без прочего создают те условия, да, потому что они с этим опытом пришли на Донбасс. Какое партизанское движение могло появиться на Донбассе? Ну, да, оно было, безусловно, но развернуться в тех масштабах, да, не позволяло отсутствие поддержки населения, не позволяло много чего. И, поверьте, они за этим следили, и то, как они боролись с украинской церковью на оккупированных территориях, начиная от Крыма и Донбасса, то, как они боролись с украинскими патриотами и проявлениями украинского патриотизма, с украинским языком, культурой и так далее. Ну, извините, это просто вот они в этом плане системно, тотально, беспощадно, без оглядки ни на что. То есть, если они рассматривают, а они вот что нам непонятно, кавказцам, это та какая-то лютая их ненависть к Украине. Ну, тому що ми для них конкуруючий проект. Ви для них просто народи, які вони намагаються поневолити. Так. Типу, стандартна історія. А ми для них антитеза, розумієте? Або їх проект, або наш проект. Так, от, я думаю, це дуже просто. Да, но, понимаете, все. Ви ж їм не загрожуєте. Ну, тобто, ну, нет. Буде вільна Інгушетія. Ну, окей. І що це для них? Ну, несколько лет ми її потерпимо, а потім ми все одно її обрушимо. Так, да. Да. З вами, да. З вами вони просто стоять на тому, що вас бути не должно фізично. Тобто, ну, звісно. Так було завжди. Ми головний конкурент. Да, но при этом же я много лет, находясь в Украине, слышал ту точку зрения, надо договориться, надо найти точку какие-то там. Я просто пока работал в БСЕ, эти же все процессы развивались у меня на глазах, и я видел все эти бесконечные, бесплодные, никчемные попытки договориться с теми, кто готовил большую войну много лет.
100%. Я просто чому це вас питаю про всі ті там іслам, не іслам і так далі. Чому? Тому що от я ж кажу, мені здається, ну, по-перше, ви дуже правильно сказали, що росіяни дуже добре вміють грати на всіх мінімальних якихось суперечностях, які є в суспільствах. І просто чому питаю? Тому що от дуже важливе питання, я так розумію, воно досить серйозно стоїть серед цього кавказького спротиву. Тобто, умовно кажучи, люди підтримують спротив як ісламський спротив, чи як спротив для створення національних держав? Бо це не зовсім одне і те саме, ви ж розумієте. Іслам є основа сопротивлення любого кавказського народу. Угу. Так було в Большую Кавказскую війну, которую многие народы встретили, не будучи, там, некоторые народы встретили, не будучи мусульманами, в ходе Кавказской войны приняли ислам. И для нас религия является, конечно, для всех кавказских народов, религия является основополагающим базисом. Да? Угу. То есть это то, на чем мы все стоим, и то, что нас как бы толкает. Когда нам начинают приводить в примеры какие-то другие там страны, проекты и так далее, для меня это лишний раз говорит о том, что просвещение о нас, и даже просвещение среди нас, о чем я позже скажу, оно находится на таком примитивном уровне, да, что мы, когда о чем-то говорим, это как я, например, сегодня Словению возьму, они что ж славяне, да, и начну о них рассуждать, об украинцах рассуждать, зная там жителей Словении. Тобто, все-таки, от той спротив, особливо який зараз, він от саме за створення те, що називається словом, там, я не знаю, якогось ісламського халіфату і так далі. Чи він все-таки за те, щоб створити незалежну Інгушетію, незалежну Чечню, незалежний Дагестан і так далі, тому подібне? Я відповідаю словами, як би, Шаміля Басаєва, як-то один журналіст спросив, а ви за шаріат или за свободу? Он сказав, я за свободу. Он говорит, ну как, ви ж мусульманин, а як ви можете бути не за шаріат? Он говорит, а який тобі шаріат без свободи буде? Понимаете? Свобода является основополагающим для любого из кавказских народов. Мы не 300 и не 400 лет под ними находимся. Мы находимся под ними только 200 лет. И поверьте мне, идеалы свободы в людях живы. Еще они не истреблены. Ислам для нас является базисом. Поэтому мы не арабы, мы не афганцы, мы не боснийцы, мы кавказцы. Мы совершенно как бы другой тип общества, совершенно другие устои. И как бы я более чем уверен, что на территории Кавказа сегодня, да, мы все прекрасно понимаем, что мы должны создать свои сильные национальные государства. Ага, и это не суперечит идеи. Нет, нет, дело в том, что мы обязательно мы, немногочисленные, мягко говоря, народы Северного Кавказа, в любом случае будем заключать между собой союзы. Угу. Мы в любом случае должны будем, хотим мы того или нет. И знаете, кто бы ни жил на Кавказе, если туда сейчас поселить китайцев, индусов, украинцев, там еще кого-то, да, имея Россию соседом, тебе хочешь не хочешь, придется вступать в военный экономический союз со своими соседями. Потому что удержать такого крупного, хищного, абсолютно не считающегося ни с какими потерями противника, просто на идеологии, вот мы независимая Ингушетия, пускай там на Дагестан напала Россия, это же Дагестан, а независимая страна, пускай они разбираются. Так оно не работает. Вот у меня питання, дивіться, тут мы згадували прізвище Дока Умара, останній, так сказать, президент Ічкерії, який прийняв свого часу досить контроверсійне рішення, наскільки я пам'ятаю, про розпуск умовно Ічкерії і про створення те, що називалось Імаратом Кавказ. Тобто, грубо кажучи, ну це не зовсім Ічкерія незалежна, не зовсім незалежна Інгушетія, це певне, я б сказав, релігійно-політичне утворення, де кожен з народів просто живе в певній провінції. Оце дуже важливе питання, розумієте? Я поясню, чому я так прискіптував до цього статусу. Тому що мені здається, 22-й рік, коли росіяни повномасштабно напали на Україну, дали дуже велику можливість і вам, і нам знову повернутися до ідеї от таких от етнополітичних держав. Бо до того, ну давайте скажемо відверто, наскільки, наприклад, навіть Україна, я вже не кажу про кількість агентів і всього решта, але могла сказати, ребят, ми підтримуємо Імарат Кавказ. Нам скажуть, ви що, барзелі? Вони ж, типу, терористи ісламські. Розумієте, да, що я маю на увазі? Оце важливе питання. Смотрите, тут же вопрос в чому. Когда Доку Умаров создавал Імарат Кавказ, какими мотивами он лично руководствовался, мне трудно сказать. Но на тот момент было сопротивление в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Чечне, в Карачаево-Черкесии. Везде российскую власть шатали так,
шатались сильно, были штурмы столиц и так далее. Да? А в это время нас всех скопом записывали в террористы. Mm-hmm. Тех, кто засылал туда сотни эскадронов смерти по всему Северному Кавказу, те, кто там похищали, убивали просто так, сотни, тысячи людей по Северному Кавказу пропали без вести, мы не знаем, это никого не волновало. Да? Mm-hmm. Волновало то, как Россия сказала, что мы террористы, значит, мы террористы. Да? Mm-hmm. На самом деле, я всегда считаю, что террористом было одно государство, это была Россия, да, и док Умаров объединил все сопротивления. На какой основе еще можно было людей объединять? На какой основе все эти группы маджахедов, которые воевали во всех концах Северного Кавказа, да, я представляю, когда сейчас, если поднять сейчас эти сводки 2004-2006 года и показать их украинцам, они подумали, боже, все, России больше нет. Потому что, да, но тогда украинцы все считали террористами этих людей, и тогда, а сейчас уже они воспринимаются несколько иначе. Поэтому на данный момент, если мы говорим о данном моменте, да, то у чеченцев свой проект, у дагестанцев свой проект, у ингушей свой национальный проект, создание своих национальных государств. Но вот... Да, сейчас стоит об этом речь. Да. Okay. Мы все, конечно же, мусульмане, мы все, конечно, тело одной единой уммы, да, мы себя религиозно причисляем к этому, и в этом как бы нет никаких противоречий, и, к сожалению, я не понимаю, знаете, я разговаривал с одним очень умным американцем, скажем так, высокопоставленным, он сказал мне так, вот тот, кто нам придет сейчас и скажет, что он будет строить демократию у себя там, где-то, скажем, да, то у нас сразу вызовет это подозрение. Понимаете? Потому что мы знаем, чтобы даже, понимаете, многие народы России, которые сейчас поневоленные в России, коренные народы, живущие на своей территории, оккупированной Россией, они же попали в рабство, еще будучи в феодальном строе, будучи в родоплеменном, общинном и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, к сожалению, Россия очень грамотной для Кремля колониальной политикой. Сначала она уничтожала их историю, их культуру, их язык. Сейчас они уже перешли в наглую к ассимиляции. Вы видели все эти многочисленные ролики. Я татарин, но я русский, я башкир, но я русский, я там и так далее, и так далее. Вся эта дружба народов, которую сейчас вот... И не радянская дружба народов. Да, не-не-не. Это уже российская. Российская, Крым наш, там все наше и так далее, и так далее. К сожалению, например, на Западе вообще это не интересно никому. Да? На Западе Россия, вот знаете такое выражение, что... Есть такое устойчивое выражение, что правительство Соединенных Штатов там против развала России. Mm-hmm. Я попросил друзей поискать источник этой информации. То есть какие-то бумаги из Конгресса, какие-то постановления администрации и так далее. Ну, было найдено несколько источников. Все они российские. Понимаете? Mm-hmm. Они навязывают мифы, в которые верят. Единственное, я считаю, что серьезнейшим, постоянным и верным союзником России остается Германия. Германия абсолютно вот просто как бы поддерживается. И я вижу, что в мире никто не хочет развала России, как будто бы хоть раз развал, будь то Российской империи или будь то Советского Союза, сделал хоть кому-то хуже. Но при этом никто, все прям как от огня. Это, знаете, русские очень грамотно умеют вкладывать в головы людей, в головы целых народов те нарративы, которые им нужны. У них есть для этого специально обученные Навальные, Ходорковские и так далее, которые ездят по Берлинам, по Вашингтонам и рассказывают, что мы этим будем управлять. Мне просто в открытую говорили о том, что они приходят и говорят, вы знаете, это большой зоопарк, и только мы знаем, как им управлять. От, кстати, Магомед, я дуже хотів вас попросити, це дуже важливо, черговий раз просто проговорити для людей, які досі не зрозуміли, чому треба мати справу з комітетом інтуйської, чеченської, бурятської, будь-якої незалежності, і як від вогня подалі триматися від... Я зараз, до речі, дуже боюся після цього великого обміну, який вчора був. Зараз там повимінювали чергову порцію тих лібірастів російських, і вони там зараз... їх почнуть там качати. Ви знаєте, на хвилях любові західної. От проговоріть це, будь ласка, це дуже важливо, щоб люди це черговий раз почули. Щоб люди повинні розуміти, всі ці хороші русські, абсолютно всі, без виключення, к нам, к вам, к любому народу, к американцям, датчанам или полякам,
болгарам или шведам. Они относятся как мы для них ничтожество. Мы для них ничто. Даже ничтожество это какой-то имеет вес. А вот мы для них ничто. То, что мы исчезнем, любой из этих народов исчезнет с лица земли, они не считают даже близко какой-то потери. Я не встречал тех, кто считает. Понимаете? Я таких не встречал. Они, наверное, есть. Я допускаю. Я не буду столь категоричен, да. Но, к сожалению, я говорю не именно о русских. Я говорю о любом имперце, который живет в России. У него может быть украинская фамилия, у него может быть ингушская фамилия. А меня жизнь как-то свела с генералом Линцовым. Он такой был товарищ, который сидел в Солидаре в то время, была СЦКК, вот это все. И когда он узнал, что я ингуш, он так гордо подоценился, в стуле сел и говорит, я знаю 5 русских офицеров на всю российскую армию. 5. И один из них Евкуров Юрий Борисович. Но его зовут Юнусбек Бамангереевич. Но для него он Юрий Борисович. И он мне это сказал. Я говорю, ну, мне надо было брызнуть ядом, поэтому я говорю, я знаю 6-го. Он говорит, кого? Я говорю, Рамзан Ахматович Кадыров. Ну, ему плохо стало. Ему было очень неприятно. Неприятно было другим российским офицерам, которые там стояли. И я жду их реакции. Думаю, ну, сейчас ответьте мне, я хочу это услышать. Никто мне не ответил на имя 6-го русского офицера. Проблема в том, что украинцы все должны понять, что для русских имперцев мы не существуем. Их цель, чтобы нас не было. Ни языка, ни культуры, ни нашего физического основания. Просто не было. Вот это очень неприятная мысль. Это очень тяжелая мысль. Хочется верить в то, что мы договоримся. Хочется верить, что их там, как до войны, мне многие утверждали. Я видел, что все идет к войне. Мне многочисленные как бы мои друзья, там знакомые сообщали о том, что ну все, война. И мне все равно и в Праге, и в Киеве мне доказывали, да что ты, да куда там. Ну, а газ? А нефть, а деньги, а НАТО, а ЕС, а интернет. И говорили это все. И вот, знаете, если не вытащить голову из песка и не посмотреть правде в глаза, то потом этим песком засыпят тебя. Только уже целиком, не только голову. И ты уже не будешь ни за что отвечать. К сожалению, наивность в данный момент, в данное время оплачивается слишком высоко. И самое главное оружие, которым сейчас, мне кажется, владеют в Москве, это то, что они контролируют и нас, и вас в наших взаимоотношениях. То есть и была, скажем, эта новость? Смотрите, я встречаю в Европе офицера из нерусских, не могу назвать его ни имя, ни фамилию, ни его народность, но он беглый офицер из России. И я его задаю вопрос, слушай, ну ладно, я понимаю, что делают русские, но вы не русские, как вы могли вот такие там зверства творить над населением? А он на меня смотрит, говорит, так они же русские. Я говорю, кто русский? Говорит, ну, украинцы. Я говорю, как? Начинаю с ним, говорит, и я понимаю, 30 лет этому человеку доказывали, что Украины не существует. Последние 10 лет этому человеку доказывали, что они один народ. Они не русские, плохо много, плохо говорящие из них большинство там по-русски попадают на территорию Украины. И здесь с ними говорят на чистом русском, без запинки, без акцента. Хорошо, они не слышат, да, грубо говоря, там не уделяют этому должного внимания. Они видят перед собой русских. Поэтому он мне сказал одну интересную мысль. Он мне сказал, ты знаешь, если бы напали на Рязань мы бы еще хуже себя вели. То есть Кадыровский душок ведь их слили, конечно. Они не воспринимают, Россия сделала все, чтобы эти люди, то есть для них одни поклоняются Путину русские, а эти русские поклоняются Бандере. Но и те русские. И это же работает много лет. И я ему начинаю доказывать, а он мне говорит, что ты говоришь, эти же украинцы на эти шоу приезжали, Киселева, вот этот лысый, которого так били, этот карась, марась, кто там они были, извините, Медведчуки, Мураевы, которые не вылезали с российских. И он мне начал называть имена, фамилии вот этих всех товарищей, которые выступали. И знаете, мне нечем было крыть.
Я себе представил на секунду, что я живу в России в этом информационном вакууме, и меня 10 лет показывают вот этих украинцев, которые доказывают, что 9 мая им болит, и они за Россию, и все прочее, и так далее. То есть они не знают украинцев. Точно такая же ситуация в Украине касаемо народов. И он мне говорит, ты заходишь в форум, никто не проклинает, у них, говорит, там рязанских или московских. У них все дома, говорит, заняты бурятами, говорит, только бурят на свете нет, чтобы у каждого украинца забрать дом. Он говорит, ну я-то знаю, что они не отличают бурята от тувинца, тувинца от якута, якута от еще кого, от калмыка, да, не отличают. И когда ты начинаешь что-то им спорить, они говорят, мы в сортах не разбираемся. С нашей стороны, говорит, не русской, украинцам летит, и мы в ваших сортах не разбираемся, русские, вы там украинцы, для нас мы тоже сорта. И я говорю, хорошо, но есть же те, кто разбираются во всех сортах. И те, кто разбираются, очень искусно, очень грамотно этот вопрос рулят по сей день. Никакой просветительской работы нет. Ни с той, ни с другой стороны. Ну вот мы зараз этим займаемся, пане Магомед, як раз. Так, поэтому, конечно же, здесь хотелось бы видеть, если уж не посольство, а хотелось бы видеть посольство. Честно, как набраться мужества, да, и сказать, а мы признаем Якутию независимой, мы признаем Бурятию независимой, мы признаем их всех независимыми. И они будут независимыми точно так же, потому что мы с ними вместе были 70 лет в коммунистическом рабстве. Мы приложили при империи руку к тому, чтобы эти народы были захвачены Россией. Угу. Сегодня, если бы Тараса Григорьевича Шевченко бы там отправили бы на Кавказ, может, сегодня бы ничего и не было бы, правда же? Не было бы украинской литературы, потому что он бы был бы брошен на рубку леса, да, чтобы захватить, сжечь очередное чеченское село и поймал пулю, либо был зарублен шашкой. Угу. Все, какой-то там украинец. А что? Там какие-то рисунки остались. Их бы сжег какой-нибудь, заехавший на его место новый рекрут из Тамбова. Все. На этом бы история кончилась. И сегодня хотелось бы здесь видеть посольство, хотелось бы здесь видеть культурные центры, хотелось бы, чтобы люди понимали, хотелось, чтобы те пленные, которые не русские попадают, чтобы они попадали не в категорию военнопленных, а в категорию освобожденных. Ну, ж розумієте, тут проблема з тим, що кожен полонений – це ж теж штука для торгівлі. Ти сьогодні там почнеш на цю людину ставити ставку, а завтра і поміняють його, і все. Вопрос в тому, що, чесно скажу, насколько мне известно, насколько я владею ситуацией, со стороны России единственный запрос на кадыровцев. Ну, все само собой. Да, не только на чеченцев, но и на тех русских, которые служат кадыровские подразделения. Угу. Потому что он вытаскивает своих, да, привилегированное. Но, например, по башкирам, что я знаю от башкирского национального сопротивления, что здесь башкиры, по-моему, цифра свыше 100 человек, находятся с 22-го года, с марта месяца. И с ними никакой работы не ведется, окремо, нет, ничего? Они не нужны России. А что с ним? Понимаете, пленный не русский, вернувшийся домой, это не русский, который имеет какую-то имперскую идею, который там Крым наш и так далее. Большинство нерусских, которые вернутся в Россию, они будут рассказывать то, что России совсем слышать не хочется. Случайно. Да. Поэтому, да, если не будет просветительской работы, если не будет идеологической работы в обе стороны, не только в одну. Понимаете, украинцы, когда я разговариваю с украинцами об этих народах, я понимаю, что для большинства здесь же доминировала русская культура, русское кино. И для них кто мы? Это мы для них чистилище Невзорова, угу. Мы для них брат 2, мы для ворота, них... не брат ты мне, да, не дочерна. Да, мы для них Равшаны и Джамшуты, да, да, весело, да, смешно, какие-то недоразвитые существа. Заходишь на ту сторону, там жадные, тупые, трусливые и так далее, и так далее, и так далее. Ну, Кавказ это же не факт, я бы сказал. Не-не-не, это про украинцев. Вещается внутрь России, идут вот эти, да, и... А что? А люди видят что-то другое. Вот было в начале войны было обращение Зеленского на фоне памятной доски имаму Шамилю. Было обращение. Это обращение, я вам скажу, выстрелило так. Народы на Кавказе просто обалдели. Никто никогда в жизни кавказским народам напрямую не обращался. И мне было интересно, если это вызвало такой шум, и у меня была встреча с человеком, который мне сказал, да, это не сработало. Я ему достал телефон и показал. У меня в WhatsApp человек 80 мне это прислали.
Я это отправил, наверное, сотни. И мне прислали 80 человек именно уже из России. И это бы работало. Если бы власть продолжала бы говорить с этими народами, военачальники украинские продолжали бы говорить с этими народами. Я представляю, какой фурор был бы, если бы главнокомандующий обратился там, я не знаю, на башкирском языке. И сказал бы там 5 слов на башкирском. Что вы нам не враги, и мы вам не враги. А что нам с кадыровцем делать, пане Магомед? Это великое питание. Да это вообще не ваша проблема, господи. А, понимаете, вот в чем... Но же они воюют, нет, там много. Нет, на самом деле, давайте будем честны. А, не воевали они особо. И они попытались что-то там на улице вокзальной, в Буче, вся эта война закончилась. Все. Вот они не трогают вас вообще никаким образом, потому что это преторианская гвардия, mm-hmm. которая создана не для войны с Украиной, с Америкой, с НАТО. Она создана исключительно для охраны режима. И это единственное действительно подразделение. У России, я считаю, больше нет таких подразделений, которых можно выгнать на проспект Сахарова, и они там миллион покладут. А эти покладут. Mm-hmm. Поэтому, соответственно, они не боевое подразделение. И вам о них заботиться не надо. И я вообще, как говорится, я уверен, что они носители такого количества информации, которая опасна для России, что я не думаю, что с ними обойдутся иначе, чем обошлись, скажем, там с чекистами, которые были при Ежове, а потом они взяли чекистов, которые были при Ягоде, и так далее, и так далее, и так далее. Или наоборот, там они друг друга стреляли, вешали, но не суть важно, да. А такого рода люди долго не живут, да. Почему Стрелков не попал в обмен, когда сейчас меняли? Так кому він треба? Не, он-то треба, он-то очень треба, да. Чтобы но... в Лагу поехать, да, ну, конечно. Да, только для этого. Но вот, понимаете, в этом как бы они, с ними вам нету. Это, знаете, это как все равно, что я вам задам вопрос, а как же нам теперь, у вас тут и РПЦ работает, да, вот я читаю новости, что там в Харькове он работал на российские спецслужбы и сообщал. Или начнут там вопросы к тому, что есть, скажем, открыто пророссийскую поддерживающую позицию люди. То есть, ну, это нас не касается, коренные народы, так и вас не касаются те, потому что это абсолютно внутреннее дело. Наше дело состоит в том, чтобы, когда читаешь документы 43-го года, съезд ОУН, где принимается четко постановление, прописываются народы и говорится, что дело свободы – это наше общее дело. Вот у меня абсолютная убежденная позиция в том, что без свободных там Ингушетии, Якутии, Бурятии, Калмыкии и так далее, да, никогда они не оставят Украину в покое. 100%. Никогда. От таке питання, пане Магомед, як вам здається, то де зараз найбільший шанс на якийсь і збройний, або хоча б осмислений спротив російському імперіалізму на Кавказі, в інших республіках Росії, будь-який, от те, що бачите особисто ви? Я бачу, що якщо этот супротив появится в головах в Києві, когда в Києві над этим задумаются, сядут умные мужи, коих здесь достаточно, Украина очень богата умными людьми, очень богата. Если они сядут и подумают, и просчитают всю ту российскую колониальную политику, которую она ведет, и будут разработаны четкие, понятные методики, с кем, что, как делать, на каком уровне, на каких направлениях, с какими народами сотрудничать, что бурятам нужно вернуть их письменность. Ингушам нужно вернуть их письменность. Этим нужно то, этим нужно то. Если это начнется работа на взаимном уважении, если эта работа будет построена не на вы, там, этих черных, мы там, понимаете, как здесь часто проскальзывает, и приходится некоторых людей, забывающих, кто они и что они, посаживать, да, потому что, к сожалению, многие в Украине пользуются русской линейкой нации и шкалой. И я говорю, извините, если вы уже и пользуетесь, пользуйтесь ей правильно, потому что мы тут, извините, топ-кавказцы, мы там, для них онкология, для русских, да, нас хочешь не хочешь приходится терпеть, то вы внизу. А вы тут приехали, нас сверху смотрят. Так неправильно. Надо русской линейкой пользоваться надо правильно. Поэтому, если отбросят эти русские линейки, если все это будет отброшено, если в Киеве серьезно над этим задумаются, институционально и системно, то тогда вы получите ответы на все вопросы. И Захід нам не союзник в цьому, я так розумію. Там це нафиг не треба. Да, честно вам скажу, а скажите, пожалуйста, вот честно, зачем вам вообще нужен Запад? Для чего? Просто вот питання. Кроме какого-то вопроса финансирования, да, ну, этих например. Проектов и так далее, да, все остальное. Ну, вы знаете, честно скажу вам, я считаю, что
это не те как бы суммы, которые не, невозможно Украина осилить, да, вернуть людям их язык, вернуть людям их образование, вернуть людям их историю, дать им настоящую историю. Есть прекрасная книга профессора Хамутаева, который живет в Нью-Йорке, где описана борьба бурятского народа, «Кровавая сибирская реконистка», по-моему, называется эта книга. Да? Ее, если ее здесь опубликовать, то это, и если ее здесь опубликовать и выпустить ее, и она уйдет в 9-миллионный монгольский мир, то Украина получит, я думаю, очень хорошее к себе отношение. И то же самое касается тюркские народы, то же самое касается кавказские народы. Если протянуть руку и сказать, мы с вами, мы за вас, вы такие же, как и мы, и мы без вас не будем существовать, а вы без нас не будете существовать. Потому что как только, я более чем уверен, как только они, не дай бог, конечно, чтобы это случилось, расправятся с Украиной, они ликвидируют все народности. Они уберут все нации. Они просто раздадут паспорта, где будет написано «русский». Они потребуют завтра всем давать русские имена. Они составят список запрещенных этнических, религиозных имен. Они всех сделают русскими. Это сейчас звучит смешно, дико и так далее. Но поверьте мне, когда ты, если бы человек в 914 году читал бы, что будут делать большевики, он бы в это не поверил. Но я знаю, что они системные, они идут к своей цели, они очень целеустремленные, имперцы. Поэтому и надежда, единственное, что они никогда не смогут сшить эту страну из разных этносов, потому что русский шовинизм, он отрицает вообще право на существование нас. Всех. Да. Украинцы должны вспомнить одну вещь, очень важную, что они тоже не русские. Поэтому... Це прям найважливіше. Хотілося б, щоб люди нарешті це зрозуміли. Да, щоб вони вспомнили, і тоді між нами з'являється мост, між нами з'являється зв'язь, між нами з'являється якесь взаємне розуміння. Без цього не вийде. Шашка з шашками махати, там шапка закидательське настроєння, там, що ми там швидко порішаємо, або ж, розумієте, якщо зі всіма народами працювати, и всем народам помогать, и всем народам говорить, что русские чем пугают? У вас голод будет, у вас энергетика там накроется, у вас школа не будет болеть. Украина сегодня достаточно сильное и состоявшееся государство, которое любому народу или всем народам может сказать, мы поможем. Мы поможем со школами, мы поможем с медициной, мы поможем с энергетикой, мы поможем с едой. Мы худо-бедно кормим пол Африки, да? А там народу поболее будет, чем в России. Поэтому не бойтесь, мы вас не бросим. Це те, що можна заходу продавати. Точка зборки цієї всієї території, яку зараз займає Росія. І тоді вони перестануть боятися, що вона розпадеться. Нам з Україною, всім народом Росії, я думаю, було б дуже навіть нормально працювати з Україною, тому що ми розуміємо друг друга, ми можемо використовувати пленний язик, ми можемо використовувати, ми розуміємо, як воно все у нас там внутрі працює. Потому что специалистов на Западе по России, честно вам скажу, ну, даже меньше, чем в Украине специалистов по России. А ще, до речі, це дуже важлива історія. Росія ж постійно продає, що типу вони антиколоніальна держава, от що мене вбішує найбільше. І реально є величезна кількість дебілоїдів із країн там різних глобального півдня, які дійсно вважають, що Росія – це країна, яка підтримує антиколоніальну боротьбу. Хорошо, а чим, наприклад, сьогодні, якщо то состояние, в якому ми знаходимося, да, хто сьогодні може тому возразити? Кто сегодня этому может возразить? Мы. Тільки мы. Так. И лишь никто. Да, поэтому все зависит от нас. Поэтому, когда мне говорят, что там случится в России, я говорю, то, что случится в Киеве, случится в России. Оце дуже класний висновок. Дякую вам дуже за дуже цікаву розмову. Вы сильные. Вы не понимаете своей силы. Вот честно вам скажу, когда был Изюм, когда был Херсон, когда был спасен Киев, когда эти народы, когда их вера вот в эту, знаешь, армию России, там, Украину за три дня, все это посыпалось, это было какое-то такое golden time, да, золотое время, когда Украина могла транслировать какие угодно месседжи, да,
какие угодно месседжи. Когда Украина могла этих нерусских солдат, чтобы они просто попадая на фронт, просто сразу сдавались. Пока что, але я сподіваюсь, не до кінця. Ну да, ничего не. Понимаешь, проиграны многие сражения, но война не проиграна. Пане Магомеде, я сподіваюсь, не останній раз вас запросив. Дякую дуже, що знайшли час. Представник комітету Інгульської незалежності, журналіст і багато хто ще, говорить не будемо. Магомед Торієв, дуже дякую вам за те, що ви знайшли час прийти сюди. Побачимось, почуємось.